Здравствуйте, уважаемые читатели! Меня зовут Анна Гришина. Я руковожу детской редакцией издательского дома «Питер». Сегодня я расскажу вам о нашей новой книжке «Мир вокруг. Мой лучший друг. Книга природы. Игры и поделки внутри». Кто такая Клэр Бетон, автор этой книги? Она педагог, специалист по детскому творчеству и совмещает любое познавательное чтение с конструированием и работой руками. Почему? Потому что это позволяет ребенку лучше понять прочитанное. И она таким образом автор более 100 книг, которые дети просто обожают. Она известна, конечно, в первую очередь книгами из фетра, а также серией исторических книг с различными прикладными элементами. Так что здесь мы имеем необычное сочетание познавательного текста, очень милых картинок, которые сделаны, по сути, как аппликация, и большого количества различных поделок, которые может ребенок вместе с родителями или самостоятельно выполнить и таким образом стать ближе к природе, научиться лучше ее понимать. В общем-то, мы все ходим с детьми в парке, мы все гуляем, и, конечно, ребенок задает много вопросов о том, что происходит вокруг, о червячках, бабочках, букашках, различных животных или травках. И просто так рассказать об этом ребенку – это не очень интересно. Гораздо интереснее вместе с ним прочитать хорошую книжку, которая, к тому же, и разовьет его художественный вкус, потому что книжка сделана с большим вкусом. И плюс к этому сделать что-нибудь своими руками. Дети обожают лепить, творить, склеивать что-то, делать какие-то венки. И, в принципе, это то, что родители могут делать вместе с ним, и это сближает. Я считаю, что такие книжки должны быть, и надеюсь, что вы получите массу удовольствия от совместного прочтения и вместе с ребенком. Большое спасибо за внимание.